И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вий, и мы с вами продолжаем играть в Borderlands 2. Итак, у нас с вами на очереди крутая спасательная операция. Какого хер так лагает? Продолжаем крутую спасательную операцию, и нам надо проникнуть в концлагерь Гипериона. Но! Для начала. Зашел тут к Маркусу, увидел такого человека, нажал Ешку поговорить с ним, и он дает вот такое вот оружие. Просто так. Sorry, I got no more loot on me. If you see me again later, though, I might have something for you. Ну-ка. Так, не та кнопка. Ну-ка глянем. Проблема в том, что тратится здесь по 3 патрона. Ну давайте посмотрим его. Мало ли. Слушайте, по-моему, это из какого-то дополнения. Так, сейчас секундочку посмотрим. Странно, дали достижение получить предмет от Майкла. Какого-то там Мамария, вроде бы. Что-то мне кажется, что это действительно из дополнения. У меня есть DLC-шка про Торга, если не ошибаюсь. Ладно, с этим, возможно, как-нибудь разберемся. И у нас тут есть эхо. Lanceman! Attention! I only have one question to ask of all of you. One question. Just a few years ago, we were enemies, but that time has passed. As glad as I am to see you all in Sanctuary, I know you wouldn't have come if you had any other option. I know how bad things are out there. I know how Jack's army has swept across this planet like a sandstorm, ripping apart everything in its way. When I joined the Crimson Lance years ago, they told me I'd be fighting to protect those who couldn't protect themselves. But you all know as well as I do, that was a lie. But this fight against Hyperion, it isn't. If we don't band together, if we can't protect this city from Jack's army, then we're done for. I am Roland, and I only have one question to ask. Are you with me? Это мы с вами уже видели. Ладно, глянь. Облик на спецназ. Ничего интересного. Ладно. Later, Vault Hunter. Полетели с вами через пески, насколько я помню. По счетам там ничего интересного. А модификатор. Ну, у меня модификатор на плюс 114 к емкости щита. Я не хочу как-то менять его на скорострельность плюс 14 и хп плюс 60. Мне щит как-то более дорог. Так, и да, мы с вами в пески. Так, и теперь нам вот сюда, в лагерь дружбы. Кстати, если нам повезет, то еще мы встретим караван с вами. Ключевое слово «если повезет». Давайте также с катапультой и поехали. Стоп. Это что там? Эхо? Да, это эхо. Элли, sweetheart, when are you gonna come back to Sanctuary? I know you're angry. I'm not going to apologize for what I said, but it's not safe out there. Both of those dumbass families think the other started their clan feud. Neither of them knows the war actually started thanks to a big misunderstanding regarding a bar tab and a stock car race. Long story. Maybe I'll tell you sometime.
The point is, the truce between the Zaffords and the Hodunks can only last so long. Sooner or later, war will break out again, and you do not want to be in the middle of it. Trust me, Sugar. You don't have the constitution for it. But hey, if you'd prefer to live near a bunch of bandits who want you dead rather than stay with your mother, who God forbid wants you to care about your appearance, that's your decision to make. But it's the wrong one. Just come back, honey. Так, секунду, серьезно? Мокси, мать вот этого вот из скутера? Серьезно? Ладно, давайте посмотрим конвой. Если его нет, то хер с ним. Если есть, грабанем. Курубан. Тихо, да. А, господи, я ненавижу систему управления. Есть что? Видимо, нет ничего. Да. Жалко. Ладно. Ладно. И нет, нигде там не прохладно. Не знаю, почему у меня слово заехало. Последние несколько дней просто не в себе. Ну, бывает такое. Побежали. Так, у меня гранаты на 5700 и пистолет есть коррозионный против роботов. Мало ли, пригодится. Ой-ё. Пригодится, реально. Магазин тут есть? Уже хорошо. А может быть и нет. Не, при... Ой, как мне повезло, что он слепой, а? Инженерчик ты военный. Давай, 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 иди сюда. Иди сюда, супостатина. Пройдет, не пройдет? Прошел. Почему? А, не, все-таки пригодится. Вон там грузчики бегают. Немного людишек. И дохерища роботов. Ах ты. Падаешь. Вот, во-во-во, все, они начали падать. А вот это вот дерьмо еще будет летать вокруг меня. Сраный рак. Потому что эти ублюдки, они их вызывают. Чтобы вылечиться. Да что ты чего берешь-то? Не, помню, что с орбиты, но мать ва... Стоит! Стоит, сука! Хорошо, что этих инспекторов легко убить. Это реально хорошо. Эй, взрывни! Тихо, нахер! Нахер, 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 нахер! Сука! Ремонтник чертов. А, где ты там? Недорак. Дробовик. Пофигу тогда. Молодец, пожалуйста. Как хорошо, что надо получить пистолет в самом начале игры. Это просто безумно хорошо. Ну где ты? А, ну да, у нас патрон только быстро кончается на нем. Что, блин, он в режим прицеливания палит.
Капец, как быстро. Но это и хорошо. Заодно, кстати, нам дали патронов. Так, грузчик. И все. Ну, давайте мы ему в глазок. Как вот это дерьмо отключить? Вот это вот. Оно их создает. Ладно, может быть, решим эту проблему. Ну, вот это вот хероборина. Самое главное, что не бесконечно оно их создает. Не смей. Ну ладно. Ага, вот и людишки пожаловали. Вот, прилетел все-таки, а? То есть, что некого больше ремонтировать сейчас. О, пистолетные. Ой-ой-ой. Вот ты что-то слишком до хера, парни. Ремонтник. Ну что же, что я? Что за херня? Какого дьявола? Кстати, а вот это оружие мне что-то уже больше нравится. Ну-ка посмотрим. Где третье оно разносит? Мужик, кто бы ты ни был, спасибо тебе за это оружие. Ловите пушистые гранаты. Джастис? Я здесь, Джастис. Ниндзя Крукеры. Успокоились? Спасибо. Правосудие не то, что хотят. Нет, здесь дерьмо. Который пойдет на продажу. Суповой набор. Сдохнешь там или нет, а? Так, а теперь новый навык. Новый навык. У нас тут открылось с вами увеличивать продолжительность захвата. И после убийства мы можем отражать пули с 100% вероятностью. Ну, это как бы так себе. Вообще мне нравится вот эта вот ветка. То, что здоровье постоянно восстанавливается. Так. Вот эта вот хреновина мне тоже нравится. Вот это вот. Из-за увеличения ХП. Скорострельность и урон мне как-то не очень. Вот крит бы еще повысить. Да ладно. Плюс еще нравится вот такая вот херовина. Но мы, пожалуй, увеличим урон и скорость пули сейчас. И жетон безбашенности заодно. От стрельбы урон повысим. И поедем дальше. Кто у нас? Инженеришка. Чё? А что? Сука! Ремонтник сраный. Взорвись. Ладно. Едрик, я люблю это оружие. Суповой набор. Ути, господи, бежим. Классно. Мне нравится. Мне нравится, серьезно. Не знаю, как врагам, но мне нравится. Щит. А, нет, модификатор. Ну, чувак, иди ко мне.
Я тебя подожду, пока перезаряжусь. Или ты не придешь? Не придет, ладно. Чё, охерел? Гранаты в меня кидать. Молодец, сдох. Самое смешное, это огненные снайперки. Так, а, не бесконечные, это уже хорошо. Сколько у меня там по инвентарь места осталось? Еще достаточно. 4 за выстрел? Идите нахер. Вот это вот, кстати говоря, ну-ка проверим. Меткость ниже будет. Нет, 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 нет. Мне он нравится. Ничего не знаю. Этот пулемет мы убираем. Огненную гранату я зачем-то взял с собой. Что-то я немного не подумал. Так, и вернемся обратно. Закупимся патронами. Перед боем. Уж патроны мне ой как пригодятся. И не только автоматные. В основном мне пригодятся патроны на электроснайперку, чтобы щиты этой хреновине снять. И ракеты. Ну, мы сейчас перепродадимся, посмотрим, что-то как там будет. Так, это мы покупаем. Снайперку. Здесь ничего интересного. Так, это в баню. Белые тоже в баню, модификатор в баню. Так, простая бросковая. Дробовик. Кстати, дробовик. Ну-ка посмотрим. Мой будет более точный и более скорострельный. При условии, что и тот, и другой будет стрелять дважды. Нет. Мне нравится больше мой. Мне больше нравится мой дробовичок. Потому как он более скорострельный. Скорострельность в этом деле получше будет. Так, 5 из 21. А, еще надо дробовик. Да. Посмотрим, что у нас тут интересно есть. Шизострел, сирена. Щиты только более быстрые есть. Но лучше нет. Ладненько. Патроны у нас полные. Полные. Сейчас посмотрим еще вот это дело. О, бабло. И поедем за этой херобориной, которая N4D3, R4TL. Надерапу? Не знаю, как прочитать это. Что-то мне подсказывает. Ага, вон он, я его уже вижу. Мне вот интересно. Что, простите? Что, блять? У меня нет других сейчас слов. Чё? Что, блядь? Ладно. Пойдем другим каким-нибудь методом. Но лично я нихуя не понял. Нет у меня других слов сейчас. Goodbye, friend. If you shop anywhere else, have you kids?
Окей. Чё? По ходу дела, пока этот щит на его хлебали, мы не сможем его пробить. А как снять щит с его хлебала, я не знаю. Ну, попробуем. Ага, щит снялся. Ну-ка, на тебе. Ты настолько жирный, что ли? Серьезно? Пусть вызывает, ага. Все. Господи, спасибо тому мужику за такую охренительную пушку. Ёкаламане, серьезно. Если бы не она, я тут не знаю, сколько мучился бы. Не, ну хотя у меня ракетница есть. Ты откуда, блядь, взял ты? Что за дерьмо вообще происходит? А, блин, ни хрена. Черт. Сейчас бы запульнули. О, безбашенный ушел. А, тут еще один валялся. Сука! Только хотел хапать его снять. Подсыповой набор. Ой, безбашенный. А, нет, это боевой. Ага, иди сюда, сука. Так, откроем сундук полубитвы. Посмотрим, что у нас тут интересно валяется. У нас валяется ракетница. Но, ладно. Допустим. Перебор, что ли? Дьявол. Еще я на ней взорвала. Да сколько у вас тут будет сейчас? Ну-ка, стоит, сука. Лети сюда. Суповой ты набор. В жопу себе гранат засунь эту. Кидает он це. Кидать он тут собрался. Так, есть тут что интересное еще валяется? Есть. Урона меньше, но точность больше. Ладно. А, тут у нас дробовик лежит. Здесь у нас еще бабло. Сейчас мы тут по полной соберемся. Ничегошечки. Ну все, сдаем. Фу. Thanks. I'd be dead if it weren't for you. I owe you one, soldier. Meet me back at Sanctuary. I got a plan to stop Jack. But it won't work without you. You saved Roland. This planet's been waiting for a hero like you. Thank goodness Jack didn't send Wilhelm. Так. Ну, значит, мы просто бежим к точке перемещения. Параллельно просматривая на какие-то места. Может быть, тут есть еще сундуки с оружием. Но, по-моему, их тут нет больше. Да, их тут больше нет. Значит, просто возвращаемся в убежище. Базу мы зачислили, Роланда спасли. Лута набрали бесполезного. Кстати, о бесполезном луте. Во-первых, возвращаем обратно.
Во-вторых, это ставим сюда. И в-третьих, смотрим по этому. Меткость выше, урон якобы выше. Прицел на единицу меньше. Ну-ка посмотрим. Дайте угадаю. Угадал. Хорошо, пожертвуем скорострельностью. И перезарядкой. Так, теперь огненную обратно на место. Скорее всего, мне придется обратно все менять. Корзион. Ну, корзиона я забыл, буду таскать. Потому что что-то чувствует моя жопа, мне оно пригодится еще. Раз уж мы идем против Джека, у него армия роботов. Это явно нахер. Так, 5 из 21. Сколько у нас среди? 11. Маловато, ну да ладно. А, ну да. Дьявол. Кстати, посмотрим щиты. Может, тут есть обновилось. По-моему, нихера не обновилось. ППшка. Нафиг. Видим, нам снова придется ехать через пески. Кстати, если найдем караван, будет хорошо. Ну, пока что идем машину делать. Пульта и тисло штп. Нет, жалко. Да, знаю, где жалко, но жаль, что нет каравана. И жалко, что Эридианский артефактор попался не тот. Еще не для... затем. Зачем надо было? А, нет, это сейф. Ладно, пофигу. Просто бежим к Тисла ШТП, который... Телепорт. И в убежище обратно. О, а у нас появились новые дополнительные квесты. Прорисовочка. Спасибо. Есть у нас где еще квесты? Или надо бегать именно по ним? А, давайте их возьмем. Но пойдем по основе сегодня. А к завтраму я побегу по всем локациям и соберу эти дополнительные квесты, если они там есть. Hello, mercenary. Так. I have money and a problem. Чё надо? Have you heard of these insect things called varkids? Allegedly the buggers, that's a pun, you see, will morph if they take enough damage. Could you take this evolutionary injector, please? Lovely. I'd like you to force a few varkids into morphing. While they're in their cocoon state, hit them with the injector. Варкиды? Я так думаю, мы с ними еще не встречались даже, так что... Со сколько мне бабла? 16. Ладно, у меня достижение-то есть. Хер с ним. В этом прохождении. А, кстати, что мы за эридианские артефакты бабло? Сколько мне надо на улучшение рюкзака? 16, на банк 8.
Вообще мне надо улучшение для 4-го слота. Но это где-то ближе к середине игры будет, если я правильно помню. Так, тихо, тихо. Ага, Танис. Чё тебе надо? If you could stand still for a moment, I require something of you. A group of mutant test subjects escaped the Hyperion Preserve. As amusing as it might be to see them attempt to reintegrate into society, they must be put down. You will need a way to lure them out. Head to Moxie's and acquire some bait I have ordered. Mm-hmm. Это нам до сих пор не дается. Следовательно, позже. А мы идем к Роланду. Заглянем параллельно в банк. Блин, я не знаю, нахера я это все храню. Дротик. А, ладно, пофигу, пусть лежит пока. How the hell did those bandits snag you anyway? I was taking a leak. One of them knocked me out. Wow, you are a dumbass. Yeah, yeah. Total dumbass. I was joking, dude. I'm happy to see you. Oh, thanks. This is where you say you're happy to see me too? Oh, right. It's good to see you. Smooth. Это напоминает мои первые попытки признаться в любви девушки. Честно. Очень честно. Handsome Jack is gonna kill us all unless you can stop him. He means hi. That's his way of saying hi. Right. Sorry. Hi. But I'll be honest, soldier. We're losing this war. We've been trying to stop Jack for years, taking out his men, raiding his iridium mines, but it hasn't been enough. But you met Jack and lived. You fought off the Rippers and the Bloodshots, saved my ass and Lilith's. Thanks, by the way. If we're gonna survive this, we need your help, Vault Hunter. Now, we thought Jack wanted to open a vault and use its power to wipe us off Pandora, but thanks to some intel I stole from a Hyperion convoy, I found out we were wrong. What? He's not gonna open a vault. He's going to control it. I'll just go ahead and repeat myself. What? The vault Jack's looking for isn't an alien prison or a cache of weapons. It's a living thing. An ancient Iridian warrior, powerful enough to destroy all life on Pandora. Whoever awakens it gets to control it. That sounds bad. If Jack wakes the warrior, yeah. But if we control the warrior first... We could use it to wipe Hyperion off the map. All right, I'm liking this plan. There's a problem. We need the vault key to wake the warrior, and Jack's already got it. But if you've spoken to Tanis... She didn't vomit when she saw you, did she? She does that sometimes. She might have told you the key needs to be charged with iridium. We're racing against time. Every ounce of that stuff that Jack mines from the ground puts him closer to taking control of that warrior and wiping us out. We gotta get our hands on that vault key. Now, if anybody knows where that key's being kept, it's my spy out in Tundra Express. He's as good at gathering intel as he is at drinking. So I'm sure he's sleeping off last night's booze right now. You'll need to get a fire weapon to wake him up. I'll explain when you get out there. Mm-hmm. Вот оно как. If you don't have a fire weapon, Marcus might sell him. А нахера нам огненное оружие, скажите мне на милость. О, хорошая карта. Ну-ка. Ага. Вот он, этот остров. Потом мы были здесь, проходили тут. Хе-хе. Ладно. Нам надо в Тундру Экспресс. Позвезди мне тут. Моя жопа страдает, не ваша.
Давай, T/TP, куда нам? Нам через... блин. Можем было и не ТПшиться. Бла-бла-бла. Hey y'all, welcome to the new and improved Catch a Ride. Now with 47% more than 26% death annually. That is down from last year. Hold your applause. Поехали. Приехали. Согласен, смешно. И мы уже с вами можем видеть, что здесь эти стервятники гадские будут. You'll have to signal our man. I bet anything he's sleeping off a hangover, so you'll have to wake him up. The sound of some VAR kids burning alive at the same time ought to do it. You got a fire gun, right? Вот оно шо. Ладно. Где мой ППшка? А, ну у меня хотя есть... это... Хероборина. А, что нам надо еще с этими сделать? А, найти варкидов. Варкидов, варкидов. Твою мать, я не знаю, как правильно. Ой, жопа. Только не говорите мне, что это насекомоподобные твари. Блять. Что мне надо с ними сделать? Ага. Set some more on fire before that one dies. Good. Now hit it with the injector, please. Отлично. Many of you these creatures as mere cannon fodder, oblivious to their elegance. Вот, блин. Oh, dear Lord, it's disgusting. Ёб твою... Ай-яй-яшечки. Вот жоп. Пап. На мою жопу. На, господи. Чтобы сдохли все. Вот, блядская натура. Ну-ка, подкинем, подкинем. А, нет? Нет, блин, дерьмо. Вот дерьмо. Дерьмо. Причем большущее. Вон то. Этот еще из брони. Вы серьезно? Да остановись, ты ужас, Собакевич. Да, сдохни, падла. Ляха-муха, на что я подписался, а? Окей, ладно, хер с ним, с этим основным сейчас надо. Это вот дерьмо все. Отлично. Так, вот на образец. Ты, блядь, ладно. Хорошо. Повыполняем допку. И
заодно попытаемся не сдохнуть. Так где ж вы ползаете-то все, а? What the fuck, ну да. Окей, окей, окей. Запомни, идиот, нельзя выполнять два задания одновременно, супостатина тупая. Это я себе, если что. Давайте, пероборено с ним. Ты, блядь, издеваешься? На, господи, это еще сложнее, чем я думал. Иди сюда. Иди сюда, сука. Надо сейчас закупиться, еще патронами будет. Лети, лети, лети сюда, падла. Я тебе хлебалку надаю. Я идиот. У меня же есть ракета. Не ракета, а гранаты. Которые 5700 наносит. Ёпа мама, я идиот, я забыл об этом. Так, ладовская винтовка. И бандитовская ракетница. Так. Ты, блин, о, да. Ты чё, жопа чуешь, что ли, что я на тебя нацелюсь? Ёпа, мама, сколько здесь тварей-то этих, а? Этот в броне, я его не подожгу. И чё там, мародёры ходят? Ладненько. Один загорелся. Второй и... Давай, ну же, давай, сука, не сбивайте меня. Вот дерьмо какое, а. Вот, вот, вот же дерьмо. Хорошо, идем на пролом. Не успевать потухнуть. Вашу ж мать. Я еще себе геморрой сейчас добавил. Так. Хорошо, пытаемся. Серьезно, да? Ага,
один. В смысле нет места? Мне гранаты нужны, слышь? Farewell, friend. Вот пока горит один, поджечь еще, это пинздец сложно, особенно учитывая, что у меня вероятность поджога маленькая. Ну, третий. Сука, ну почему? Почему вы такие падлы-то, а? Ёб твою мать! На господи, ну близок я был. В который раз уже. Не, мне надо фигарить их с именно. Со снайперки. От одного мне пользы нет. Так, а теперь смотрим. Вижу двоих, но и заспавнилось их трое. Сколько у меня вероятность поджога? 30. Слухайте. А может реально так сделать? Сюда идем. Ребята, ау. Отлично. Блин. Нет, так не получилось, плохая идея. Бежим. Вот дерьмо. Юху! Пресвятая матерь, не знаю кто. О! Привет, чувак. Мордекай вроде бы. Да, Мордекай. Не кровокрыл. Все верно. So loud. So angry. So dead. Hey, Walt Hunter. Welcome to the Crimson Raiders. Sorry you had to wake me up. I might have celebrated a little too hard last night after Bloodwing and I raided a Hyperion convoy. Ain't that right, Blood? Easy, girl. So. Hyperion train is speeding through the Tundra Express. If plan sounds good, and it usually is, the Vault Key itself might be on board. My advice? What would I do? Steal the key, get drunk, pass out. Without the Vault Key, Jack can't control the warrior. You gotta hijack that train, soldier.
My old friend Tina can help. Go talk to her. Ну, не болотную, ясное дело, но... Стоп, гранаты. Только хотел использовать гранаты и только вспомнил, что у меня они не те. Надо обратно сменить оружие. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Все правильно. А, это Мордекай палит. Ё-моё, я-то думаю, откуда шла? Застынь. Сдохни. Кто-нибудь ещё трансформируется? Походу нет. Ну, наконец-то он будет мне ещё поддерживать. Чего вероятность? Еще и рюкзак почти полный. А, вероятность возгорания. На... Поздно! Какой же это геморрой, серьезно. Ладно, заодно выполним допку. Хер с ним. Раз уж мы здесь. Раз уж мы с этими тварями тут воюем. Ты че, один, что ли? А где все? Ты ж не будешь мутировать, да? Вот дерьмо. Тогда в другой раз. Ну а пока пойдем. Мордекай, ты там по белочке что ли палишь? Такого расстояния херарить вот сюда и попадать, плюс еще шлаковым орудием, точнее шлаковым оружием, жием, у которого еще патроны медленно летят, и так по... Серьезно? Ага. А, это вероятность коррозии. Ну ладно. О, да, поджечь трех одновременно, чтобы они горели, это тот еще звездец. Let me know if anything catches your eye. You're my millionth customer. Don't let it go to your head. Набираем. Ага, коррозия. Наставим. Это нахер. Шлак. Шлак. Ну, не думаю. 38, 47. Так, ну это нахер, явно. Это тоже нахер. И это тоже. Плюс это... Патрон для ПП нахер. Это тоже. Тоже сюда же. Сюда же. Сюда же. Сюда же. Сюда же. Сейчас мы сравним. Урон, меткость выше. Скорострельность, перезарядка, емкость ниже. Но урон от коррозии 60. Вероятность на чуть меньше, чем полтора. Чуть больше, чем 1.5% выше.
делает всего 5 выстрелов. Ну ладно, пусть будет пока что. Вот это вот у нас вообще на 15 левел. А, скорострельность, перезарядка, емкость такая же. Урон выше, но вероятность сгорания ниже. Плюс еще меткость чуть-чуть хромает. Ну, оставим. Оставим, но пока что поставим все-таки вот это оружие сюда. Это мы тоже оставим и продадим. Шлаковые... шлаковый карабинчик. А, ну да, я его не поставлю сейчас. Ну, шлаковое, оно пригодится, оружие. Всегда. Посмотрим. Щиты... нет. Значит, побежали. Побежали, поговорим с Тиной. Her name is Tina. Вспомнил, блин, песню. Кого ты стреляешь, чувак? Ага. Ну, он в основном мажет, потому что шлаковое, оно... как и взрывное. Оно медленнее... палит. Ну-ка. Нигде тут нет предохранителя. Нет, дурная идея. Может быть, мы все-таки туда попадем как-нибудь. Когда-нибудь. Возможно. Ранка. И где-то здесь Татина сидит. Сдохнул. Так. Ищем, как попасть внутрь. Ясно, понятно. А, Мордекай, ты хотя бы, сука, предупреждаешь, что ли? Ты стреляешь под меня. Супостат, ты редко с ним. Привет. Ты дверь-то закрой хотя бы. У меня что-то нет желания. Rowan told me you were coming. I still owe him for all that butt grab with General Rancid. So you gotta hijack a train, huh? Child's play. Let me introduce you to my ladies. This here's Mushy Snuggle Bites, and this is Felicia's Sexo Pants. These fine-ass women's could stop that train for yous, but I'ma need their badonkadonks first, and they got stole by the bandits a few days ago. Go get 'em! Nap time! I know Tina can be... odd, but she's the most gifted demolitions expert on Pandora. Just do what she asks, and I guarantee she'll help you hijack the train and get the vault key. Чего, блядь?
Ладно, хорошо. У меня что-то все слова отпали. Смотрите, снайпер. Давайте зачистим это все дело. Не было проблем. Level up. Вот сейчас заодно и посмотрим. У меня урон выше, меткость ниже, скорострельность выше, перезарядка и емкость ниже, но... Этот еще стреляет... Ладно, оставим. Шлаковая пригодится. Ай, да. Давайте вот это возьмем. И побежим. За чем, простите? Жопами. Окей. Побежали. Значит, это пахивает дебилизмом. О, ребятуши. Идите сюда. Кто из вас будет мутировать? Ну-ка. Кис. Давай. Молодцы, давай. Вот этот крючок я уничтожу. И вот это вот все, то, что здесь есть дополнительное. Чтобы они тут не мешались мне. А они, сука, будут мешаться мне, я так понимаю, да? Нихера себе. Ты что, блядь, серьезно, что ли? Ты, сука, серьезная. Ну, мать твою. Куда-нибудь. Мордекай, ты, мать твою, поможешь или мне самому это дерьмо расхлебывать? Ясно, походу, мне самому придется это расхлебывать. И, походу, я проебал. Да. Потому что в режиме борьбы второго дыхания, я не могу открыть инвентарь и взять ракетницу в руки. Hyperion recommends swearing vengeance on the thing that killed you, unless it was an inanimate object such as a cliff. Ага, вспомнил. Мне ж последний остался. Да. Господи, как я заколебался с этим дерьмом всем. Берем ракетницу и погнали. О, чувак, ты мне там зачищаешь, что ли, зону? Спасибо тебе огромное, ты, сука, должен сдохнуть. My powers. Все? Спасибо. И теперь верните мне мою снайперскую винтовку. Stop fight so hard. Это кочевник. Убивай! Нет, Just kill me. Но это мы уже сделаем в следующей серии.
Блин. И второму сбил. Убей! Молодец! Сука, не тот того... Хер с ним. Сука, кто за миникарта будет следить? Придурок ты чёрта. Да не меня ты трогай, вон там мудаки стоят стреляют по тебе. Хули ты на меня-то лезешь, у меня других слов уже нету. О, привет. Нихера себе. Ты чё? А, ясно. Все. Щит я тебе сбил, бейся. Хули ты за мной бежишь-то, мудила ты чёртов. Идиот. Вот мне что нравится вот в этом уродце. Насколько я понимаю, когда он сдохнет, мы получим далевский этот сундук. Так, ну-ка посмотрим, кого там. Сейчас мы его немного подмагнем. Супер безбашенный, отлично. А там есть громовой качи. Сука, он на меня бежит. Нет, не на меня, отлично. Хорошо, пусть он пока там дерется, а я... Угу. Так, ясно, понял намек. Не, пожалуй, я расправлюсь с ним Джейкобсом. Стой, но! Серьезно, да? Я им просто сбил щит способностью. Окей, ладно. Да, я правильно понял. Мы получаем вот такой вот сундучок, далевский. Считай на изях. Угу. Так. Ага. Урон выше, меткость на 0.9 ниже, но это так себе. Скорострельность дерьмовая, конечно, плохо. Перезарядка будет быстрее, емкость 13. Но урон от огня, вероятно, возгорания лучше. Так что берем вот это оружие. Угу. Пистолет. У него стабильность выше. Так что все хорошо. Идем дальше. Нам надо достать две жопы. Ну, как это называется здесь. На деле это может быть вообще хер знает чем. Но суть в том, что нам придется пройти через эту базу. Идите нахер своими палачами. Серьезно, да? А, я не на ту базу, что ли, ворвался? Дьявол. Да, судя по всему, я не на ту базу влез. Да. Убивай, голявчик. А потом принеси мне лут. Будь так добр. О, не! Стоп, чего у него на спине? Я не вижу. Что за хухера? За тобой бегал на руки бандит, хули ты его не бил?
У нее туалет, что ли, на спине? А, нет, у нее автомат. Игровой, который. Какого дьявола этот мудак бежит за мной? Скажите мне на милость. Где его освободила бренной, так сказать, плоти? Этот мудак меня хочет убить. Серьезно? Нифиг. Это кто меня сейчас так шатнул? Труба. Ладно, будем смотреть, наблюдать и радоваться, пока ты меня не набрался ему заляпа. А, однорукий бандит! Зараза, это ж сам автомат так называется. Че, офигел-то? Не лезь ко мне лучше. А, это этот стривятник, за которым мордыка я могу. Да вы заколебали уже. Чёрт, чёрт, на тебе! Вхлебала гранату на 4-6. Курукатинское это отродье. И тебе! Это не попал. Жалко. И по нему еще мордыка палец. Так что он быстро сдохнет. Где тут еще один стоит? А, они, видимо, завалили все-таки мою голяку. Жалко. Я ненавижу. У меня привычка, чтобы таких вот в сундуках постоянно попадаются патроны. Мне привычка зажать клавишу F и взять все разом. Через клавишу E. Вот. А иногда тут попадаются пистолетики, ППшки и собака. Я меняюсь. Включим радио, это мы. Чего? Что я сейчас делаю? FPS вообще упал. Херня вообще происходит? Я не могу понять. Ты, блядь, откуда здесь взял? Ты кто такой вообще? Суповой набор. Ага. Ясно. Это как вот... Это... как же это дерьмо называется-то? Не лепрекона. Нихера. Вот это жопа, я понимаю. Ну, в кавычках они... Сука. А, не попал все-таки. Ты откуда взялся здесь? Сука. Да... Вы, бля... А где авто... Ребят, идите нахер, просто. Меня тут брать за... Разделах меня. Пробежать мимо этой сраной бочки. Да, вижу вторую волну.
пробегает. Не увидел просто. Какие-то три вентиля, которые вызывают подкрепление бандитов. Что? Ну, ребят, идите нахер, я с вами не хочу иметь дело больше. Нет, чувствую, что придется, но пока что я не хочу. Фу, ладно. Серия уже подзатянулась. Блин, я даже не знаю, сколько серий идет. Сейчас не засёк. Возможно, час уже она идет. Но сейчас мы вернемся к Тине, отдадим ей эти ракеты и закончим. А потом я спокойно буду. Буду бегать по этим. По локациям поищу дополнительные квесты. И мы будем допки выполнять. Так, Тина, на. Awesome! Just a seco. This gonna be good. А. Get your butt out of my workshop, man. Тьфу ты. Сразу бы сказала так. Put a little bomb in a hot ass damsel, blow stuff up and make people die. Squishy, 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 squishy. Oh damn, you looking good, ladies. Let's get to work. That's right, twin sisters, man. Oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. My damsels near the choo-choo track and set them up! Good plan, great plan. Hey, yo, I got stuff I need done, boy. Ну, давайте возьмем вот это вот. Sup, sucker? Got a very important tea party coming up, and my date is missing, and I am not going stag! Don't even suggest it! His name is Sir Reginald Von Bartlesby, a local aristocrat and purveyor of the fine arts. I believe his mother has forbidden him from speaking with me. You will convince her to release him into my custody. Пожалуй, на этом мы с вами серию закончим. И в следующей серии мы с вами пойдем по дополнительным заданиям, какие я смогу найти и которые сейчас есть на данный момент. Так что всем спасибо за внимание, всем пока, всем удачи и до встречи с вами в следующей серии.